В регионе для проведения химической обработки полей в рамках программы субсидирования пестицидов на 2024 год выделено 11,3 миллиардов тенге. В ТОО Илим Кызылжар Кызылжарского района техника начала обрабатывать поля несколько дней назад. Работы проводятся преимущественно после захода солнца или с его первыми лучами. Хозяйство занимается и растениеводством, и животноводством. Директор говорит, что проблем с обеспечением топлива у них нет. Ежегодно проводятся работы по внесению минеральных удобрений. Также внедряются технологии для развития орошения. У нас 1200 гектар всего. Сеем мы на эти 1200 гектар пшеница, ячмень, овес, рапс, лен, горох, картофель, морковь и свекла. 9 культур. Ну, за счет севооборота мы сейчас как-то от паров отошли, за счет севооборота. Вносим каждый год удобрения на все поля. На сегодняшний день мы где-то процентов 65 уже обработали. Практически у нас протравка идет все лето, весь сезон. Но наши 1200 гектар мы укомплектованы полностью. Техника практически новая у нас все. Где-то в лизинг, где-то в кредиты. Ну, работаем. У нас вот картофель, 2 овощехранилища построили в 2021 и 2020. 2 овощехранилища, где-то в пределах 6 тысяч тонн. Ну, снабжаем город. Сейчас вот новую технологию, мойку открыли. В текущем году проведут химическую обработку против сорняков на площади 3,2 миллиона гектаров, против вредителей 211,4 тысячи гектаров и против болезней почти 600 тысяч гектаров. Проводится химическая обработка полей. Гербицидной обработкой против сорной растительности обработано 1024,3 тысячи гектаров или 32,5% при плане 3,2 миллиона гектаров. Против болезней обработано 159,2 тысячи гектаров или 26,6% при плане 599,2 тысячи гектаров. И против вредителей обработано 126,5 тысячи гектаров или 59,8% при плане 211,4 тысячи гектаров. В том числе по области проведена обработка пара на площади 266,8 тысячи гектаров или 53,3% при плане 500,9 тысячи гектаров.